поиграем и мою музыку, и американскую. Начнем, с вашего позволения, с моей музыки в первом отделении. Четыре композиции будут. Первая называется «Таисия И». Приятного вам. We'll be right back.
я с удовольствием представлю вам музыкантов, замечательных московских, чтобы вы знали своих героев в лицо. А на клавишных инструментах и на рояле сегодня играет Родион Говоров, Москва. На контрабасе играет Сергей Васильев, Москва. На ударных инструментах Антон Антонов, Москва. Дорогие друзья, сейчас время рэг-тайма. Так называется моя новая композиция «Time for Rag». Время рэг-тайма. Thank you.
Спасибо большое. Следующая композиция называется, как и вся моя программа, «Доступная роскошь».
спасибо большое. Мы планировали сыграть сегодня для вас два отделения. В заключение первого я сыграю композицию, которую написал недавно. Вы не поверите, в честь поезда, на котором я катаюсь сюда чаще всего. Он называется 777-й, входит 19 часов. Что-то я часто на него попадаю, решил посвятить. РЖД мне не платили за это дело, но, может быть, потом когда-нибудь эта песня будет крутиться в поездах. Итак, 777-й ВСК называется композиция, после которой мы отойдем на небольшой перерыв.
инструменты. Сергей Васильев на барабас. Это все Москва. Санкт-Петербург, Алексей Попов, на всем остальном. Специально для вас. Внимание, уходите, вы нам очень нужны. О, погромче микрофон, это замечательно. Вы нам очень важны, 15 дней мы выдыхаем от нас, и мы снова вернемся. Спасибо. Thank you.
Дорогие друзья, спасибо большое, что вы с нами. Это очень ценно для нас. Кстати, хочу сказать, я тут играл в декабре, 3 числа декабря было 4 человека, 4 музыканта, 4 зрителя. И, собственно, мы сыграли целый концерт, потому что жизнь продолжается, да, и как бы отсутствие людей, это не значит, что нам надо как-то пускать руки. Поэтому все по полной программе, полное второе отделение для вас. 4 композиции, полет продлится 54 минуты. Начнем мы с композиции, которая называется «Lucky Groove». Спасибо, что вы с нами. We'll be right back.
Thank you.
каждый раз, выходя из дома на гастроли, я думаю, зачем я беру с собой целый ящик ради одной композиции. Это негуманно, наверное. Потом я думаю, а может быть, оценят все-таки те люди, для которых я это делаю, то есть для вас, дорогие зрители. Поэтому я надеюсь, что мои потуги не пройдут, не будут напрасны, и вы оцените, что я привез ради одной композиции целый бас-кларнет специально для вас. Американская баллада «Everything Happens to Me», 1940 год, Майкл Дэвис. Thank you.
Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие друзья. Прежде чем попрощаться с вами, заготовлена одна американская мелодия к столетию со дня рождения Дизи Гиллеспи. Его замечательная композиция «Ночь в Тунисе» в Acid Jazz аранжировке Алексея Попова. Спасибо вам большое, что были с нами в этот вечер. Аплодисменты никогда не придет артисту. Не придет их абсолютно. Поверьте. Мы с вами прощаемся. Даже я уже сказал, спасибо вам огромное. Можно потихонечку покидать клуб, если есть желание. Мы доиграем последнюю композицию. Она называется «Ночь в Тунисе». Еще раз благодарю.
нам сейчас не представить музыканта, прежде чем мы уйдем, попрощаемся с вами. На ударных инструментах сегодня специально для вас играл замечательный московский барабанщик Антон Антонов. Для вас сегодня специально не менее замечательный московский контрабасист Сергей Васильев. Потрясающий, неповторимый Радио Гоборов, клавиши, инструменты, рояль. Спасибо, меня зовут Алексей Попов, я из Ленинграда, поехал я домой. Всего вам самого лучшего, хороших выходных. Я всегда рад видеть вас с любой точки мира, вы же понимаете. Всего вам самого лучшего, до новых встреч, спасибо. Алексей Попов Квартет, спасибо. Мы, кстати, репетировали аплодисменты еще раз. Репетировали поклон. Спасибо вам огромное. Точно, у меня поезд уходит через полчаса. Я бы с радостью. Спасибо вам огромное. Я вернусь. Я обещаю, что я вернусь. Игорь Гудман пригласит меня еще. Спасибо, друзья. Спасибо. Всем доброго.